Gracias.
Gut. The dog should be in the basic position. He's never is. Okay, he's always running. If I see one more, I disqualify it. Okay? You understand? No? The dog is not under control in this phase. Контроль должен быть. Постоянно. Могу ее просить назад приклеить. Влад. Это ей явно не понравилось.
Here! Here! Thank you.
Такое писать это надо еще. Первый участник Шповаленко Алексей. А, движение рядом. Не показывает собака хорошей концентрации на проводнике. И на поворотах собака входит далеко от проводника. Показывает плохую концентрацию в рабочей группе. Удовлетворительно. Усадка и движение. Очень медленно садится. И должна показывать большую концентрацию на проводника. Хорошо. Укладка с подзывом. Собака медленно ложится. Показывает очень быстрый и красивый подзыв. Но при занятии основной позиции делает большой круг. Высокое хорошо. Остановка с подзывом. Вначале была проблема, проводник забыл, что необходимо начать с бега. А затем не очень быстрая остановка, но очень быстрый и красивый подзыв. Опять же, при занятийной позиции большая дуга. Хорошо. Апортировка на гладкой поверхности. Собака показывает, что она несколько под давлением на протяжении всего упражнения. Не хочет сразу поднимать опорт. Затем подносит, но очень медленно. Собака не занимает позицию сидеть во фронтальной позиции. Недостаточно. А портировка через барьер. Собака не показывает основную позицию, не сидит. Не показывает хорошего подноса и подбора опорта, как в предыдущем упражнении. И очень медленно движется как к портировке, так и обратно. И проводник не показывает паузу в 3 секунды перед тем, как забрать апортировочный предмет. Нижнее удовлетворительно. Апортировка через наклонную стенку. Собака показывает очень тяжелый прыжок. И очень медленно выполняет упражнение.
И опять проводник не демонстрирует трехсекундной паузы. А нижний удовлетворительно. А вышел вперед с укладкой. Очень быстрое движение показывает собака. Но было дано три команды на укладку. И когда проводник пошел к собаке, собака убежала. Но у вас было три права подозвать, и вы подозвали собаку. Поэтому вы смогли продолжить работу. Но оценка за упражнение недостаточна. Укладка при отвлечении. Собака чуть меняла позицию. И когда вы подошли, собака села, вы потрогали собаку. Сегодня хорошо. Сегодня недостаточно, 65 баллов. А второй проводник? Мулюков Фарид. А движение рядом. Собака не показывает хорошей концентрации на проводника. И проводник сделал ошибку, он не показал развитие 50 шагов в первой части. А собака не показывает хорошей концентрации в группе. Недостаточно. А усадка из движения. Собака садится медленно. Не показывает концентрации на проводнике при отходе. Высоко удовлетворительно. Укладка с подзывом. А вы рукой помогли собаке лечь. Собака, тем не менее, медленно легла. И показала достаточно медленный подзыв. И вы подзывали собаку как бы с усилием. Недостаточно. Остановка из движения с подзывом. Собака не сразу остановилась. Не показывала хорошей концентрации на проводнике. Медленно подозвалась. Заняла фронтальную позицию достаточно далеко от вас. Удовлетворительно. Апортировка на гладкой поверхности. Собака не сразу как бы вела себя спокойно в основной позиции. Медленно двигалась к апортировочному предмету и обратно. И собака показала поджевывание в фронтальной позиции. Высоко и удовлетворительно. Апортировка через барьер. Когда собака прыгала за предметом, она коснулась барьера. И собака должна быстрее осуществлять это упражнение. И собака в фронтальной позиции поджевывала предмет. Нижнее хорошо. Апортировка через наклонную стенку. Собака в новостной позиции приподнималась. Должна быстрее осуществить упражнение. И опять показала поджевывание в фронтальной позиции. Высокое хорошо. Ой, нижнее хорошо. Высыл вперед с укладкой. Вы показали небольшую подготовку перед началом упражнения. Но сам высыл был очень быстрый и красивый. Очень красивая укладка. Очень хорошо за упражнение. Укладка при отвлечении. Собака чуть поменяла позицию, но очень хорошо. Сегодня удовлетворительно 75 баллов.
следующая пара приготовится на выход.